В предыдущих сериях я был обычным маленьким щеночком, пока не встретил своего нового друга. Тяф-тяф, я Крадус, самый сильнейший оборотень. Мы стали очень сильными оборотнями, а потом разошлись. И в конечном итоге я потерял свои силы. Но потом я нашел новых друзей, которые стали вампирами. А теперь я охотник и сижу вот здесь, в этой тюрьме. Они меня закрыли и не хотят отпускать. Эй, вы, сколько вы меня еще тут будете держать? Не переживай, скоро мы тебя съедим. Что? Влад, ты очень стрёмный. Я тебе уже неоднократно об этом говорил. Выпусти меня отсюда! Молчать! Молчать! Моя королева будет питаться тобой и высосит всю кровь, которая у тебя есть! Ты совершенно сошел с ума! Ты оборотень, ты не вампир! И почему ты только ее слушаешь? Что ты с ним натворила? Ты мне уже надоел. Я прямо от тебя сейчас уже съем. Я не могу. Оборотень, это странно. Королева, кажется, оборотни нас рассекретили. Что будем делать? Пойдем, нам надо с ними разобраться. Мы же все равно очень сильные. Да, королева. О, черт, кажется, на них напал оборотень. По идее, он меня не должен тронуть, потому что я охотник на вампиров, на их злейших врагов. У меня есть кирка, отлично. Сейчас мы как раз таки и выберемся отсюда. Королева, стойте, подождите. Это тот самый оборотень, он очень сильный. Мы с ним не справимся? Что значит не справимся? Ты мой подданный. В атаку! А, мне конец. Ага, наконец-то мне удалось вас найти. Оперативный запах, вы все стали вампирами. Я знал, что здесь что-то неладное. Придется мне со всеми вами разобраться. Вам конец. Радус! Что против меня пробьет? Нужно убегать быстрее отсюда, из этого страшного места. Лагерь охотников. Охотников, естественно, всех перебили вампиры! Ай, черт, провалился сквозь землю. Ай, как отсюда выбираться? Видимо, придется с помощью кирки. Мы его упустили уже. Я не знаю, где его сейчас искать. Что мы будем делать? Я не знаю, надо нюхать весь этот лес. Я думаю, он какой-то запах да точно оставил. Черт, это все из-за того оборотня. Хорошо, что нам удалось его ранить. За мной. Да, моя королева. Черт, Влад и Настя постоянно ссорились, а теперь Влад ей прислуживает. Они меня здесь скоро обнаружат, потому что у них очень чуткий нюх. Не такой, конечно, хороший, как у оборотней. Возможно, что-то от них и осталось. Собираемся, и вроде здесь никого нету. Давайте посмотрим. У меня только второй уровень. Маскировка. Это то, что мне нужно. Но для этого понадобится очень и очень много ресурсов. О нет, здесь Влад. Нужно убегать отсюда. О, кажется, там еще один лагерь вампиров. О, вернее, охотников. А вампиры как раз таки здесь. И опа, черт, я не могу использовать этот топор. А еще и зомби. Подходите. Здесь вы меня не достанете. Но есть огромный шанс того, что с вас выпадет ваше сердце. Или кровь, я уже не помню, что там нужно. По-моему, кровь. Ее выпало достаточно много. И также души вампиров. Я пока не знаю, для чего они мне. Я думаю, что пригодятся. Один кол сломался. Это печально. Из них выпала куча души, кровь вампиров. Теперь я... О, я вернулся назад. Черт, мне это не нравится. Теперь мне нужно найти охотников. А вот и они. Отлично. Пожалуй, заплати мне еще 5 бутылок крови вампира. У меня всего лишь 4. Ладно, нужна еще одна кровь. А вот и вампиры. Идите сюда. Надеюсь, одного кола мне хватит. Так, вот так. Получайте. Надо попасть в самое сердце. И тогда я смогу их победить. Отлично, еще один бутылек. Здесь выпала только душа. Крипер, иди в жопу. Когда я был оборотнем, все было проще, потому что злые мобы на меня не нападали. Клыки вампира, с ними нужно быть поосторожнее. Потому что если я уколюсь, то стану такими же, как и они. 5 бутылок крови, держите. Отлично, у меня появился 3-й уровень. Теперь я могу прокачать оружейный стол охотника. Мне нужна маскировка, для того, чтобы меня не смогли найти. 12 бутылок крови. Придется очень-очень сильно постараться. О, Наташа, ставьте за нее лайк. Вампиров пока что не видно. Видимо, их всех призвала Настя. Что за звуки? Черт!
Чё-то, кажется, тут спит. Яма позора? Что это значит? Чёртова ликанид! Как я мог сюда провалиться? Охотник? Что? Ты хочешь убить меня? Вот такой вот ты всё-таки праведный, да? Градус. Хочешь добить оборотня? Градус, это же я! Ты что, меня не узнал? Ты меня спас! А теперь ты пришел, чтобы убить меня, охотник? Я чую этот запах. Не буду я тебя убивать, хотя ты хотел меня убить. Так я тебе и поверю. Почему ты лежишь в яме позора? Потому что я сюда упал, и я могу быстро отрегенерировать после битвы, но этот люканит все портит. А яма позора, потому что я провалился в такую тупую яму. Тут даже табличка была. Давай так, я тебе помогу. А ты не кусайся, во-первых. А во-вторых, ты мне поможешь разобраться с моими друзьями. Но мне нужно сделать так, чтобы они снова стали нормальными. Око за око, значит, да? Ну или помощь за помощь, хорошо. Позволь мне выбраться, сломай этот люканит вокруг. Я быстро восстановлю силы. Это аконит. Хорошо, что теперь я не оборотень, он мне безвреден. А как ты стал человеком, будучи собакой в детстве? Это все мутации оборотней. Ай-яй-яй-яй. Что с тобой происходит? Ой. День со мной происходит, что со мной происходит? Неужели не ясно? Понятно. Ну, я вижу, ты уже, это самое, не болеешь. Поэтому пойдем. Нам с тобой еще нужно сделать много-много дел. Для начала мне нужно добыть целых 15 бутылок с кровью. Сколько? Да, поэтому я надеюсь, ты мне в этом поможешь. Ну погнали, фулю конец. Иди в ту сторону, а я пойду в противоположную. Встречаемся в этом же лесу. Нужно найти вампиров и побыстрее. Так, о! Какая большая пещера! И сколько же там вампиров? У меня только один кол. Черт, придется делать еще один. Отлично, два кола у меня есть. И в атаку! Идите сюда, вампиры. Сейчас я вам покажу, что значит настоящий охотник. Офигеть, их там много. Получай, получай, отлично. Одного я убил прямо в сердце. Ого, у второго целый меч. Что-то вас тут слишком много. Так, кол сломался. Но днем они должны быть еще слабее. Ой, меня кинули зелье, серьезно? Черт! Это ведьма! Ой, господи, сейчас вообще не до тебя, бабка! Ладно, нужно выбираться отсюда. Влад, ты уверен, что это хорошее место для ночлега? Да, королева, я тут все обустрою, принесу сено, будет мягко, очень все нормально. Ой, не нравится мне это. Черт, они уже здесь. За этот водопад, пойдем. Тут как раз водичка от оборотней, все хорошо будет. Пошли, пошли. Не уверена, что тут. Что это? Влад, не кричи мне в ухо, не действуй мне на нервы. Лучше принеси и сделай мне гроб. Простите, сейчас все сделаю. Черт. Так, что это там за свет? Надо бы посмотреть, как я считаю. Фу. Нет, лучше я туда не пойду. Отлично, чеснок работает. Хорошо, что он у меня при себе. Нужно быстрее выбираться. Все проходит по моему плану. Королева, я еще издалека почувствовал запах чеснока и райма. Он где-то здесь. Обыскать тут все. Сейчас. Что? Нет. Что-то тут это было. Вот так. Надо сломать эту стену, я думаю, мы его там точно найдем. Черт, надеюсь, то, что он не заметит меня. Так, ну, как-то тут пусто. Нет, видимо, чутье совсем подводит уже. Глупый, нет. Тут ступеньки, он там, догони его. Да сейчас. Тут тяжело копать, я пытаюсь. Так, быстрее. Где же этот выход? Бежим, догоняйте. Он здесь. Вот он. Нет. Как же ярко. Уйдите, тут свет. Ах ты, рай, мы доберемся до тебя. Влад, я тебя обязательно спасу, Настя, и тебя. Только вот как? Чего? Иди сюда. Черт, наступает закат. Мне это не нравится. О, кажется, уже лучше стало. За ним, быстрее. Нет. Черт, как неподходящая наступила ночь. Райм, быстрее бегай! Перекрой вампира! Я разберусь с ними! Королева, я защищу вас! Черт, надеюсь, с тобой будет все хорошо! Срочно нужно найти охотников, чтобы они сделали меня более сильным! Вот они, кажется, охотники! Я никогда не думал, что буду рад вас видеть! Быстрее! Так, отлично! Четвертый уровень! Наконец-таки я могу прокачать это! И теперь они не будут меня видеть! Но мне бы, конечно, не помешало бы поесть! Если я буду от них прятаться, то сколько я продержусь? Месяц, два, может быть, год? Они рано или поздно меня обнаружат! Нужно что-то придумывать! И как там градус? Он тут! Черт, меня обнаружили. Так, ищи его. Я ищу. Кажется, они меня не видят. Ну где-то же здесь. Вы чувствуете его? Я чувствую, но надо искать. Не вижу. О! А, нет.
не здесь. О, боже, надо убегать, убегать! Кажется, запах пропал. Видимо, он был здесь недавно. Он, наверное, убежал. Пойдем, вот в ту сторону, за ним, за ним. Черт, черт, черт. Ладно, нужно найти градуса. Надеюсь, он им показал. А, что? Вот он и градус. А, что? Там и все хорошо. А, я снова попал сюда, пока прыгал. Яма двойного позора, кто внизу, тут лох. Ладно. Выпусти меня. Да, конечно, выбирайся. Как ты можешь им проигрывать? Ты же самый сильный оборотень, ты сам так говорил. Да, это правда, но последнее время происходит что-то неладное. Я все время дезориентирован в пространстве. У меня есть план, слушай. Да, хватит. У меня есть способ, каким образом можно вернуть моим друзьям разум. Ну и каким же? Помнишь тот алтарь, который высасывает из тебя все силы? Благодаря одному из таких я и потерял все свои силы. А это может сработать. Только как мы загоним их в этот алтарь? Ты будешь как приманка, а я все сделаю. Лучше будешь ты приманкой, а я все сделаю. Но ты же более сильный и ловкий, поэтому все-таки давай как-то это самое. Я постараюсь все организовать. Для начала нам нужно найти такой алтарь. И я знаю, где он стоит. Веди меня к нему. Я узнаю эту скалу. Мы уже близко. Вот именно на этом месте. Я и потерял все силы. Нужно будет его до конца достроить. А для этого понадобятся вот такие колонны. Откуда ты все это знаешь? Да потому что я спец. Я собаку на этом съел. Вот так. Ладно. Так, и... Ах, лунный камень даже из меня силы забирает. Тебе нужно стать оборотнем для того, чтобы они тебя учуяли. А еще я разобью колбу с кровью, и тогда они точно сюда придут. Давай, давай, времени не так много, наступил день, я рано или поздно все равно превращусь в человека. Так, и... Пам! Как-то не особо действует, уже прошло сколько? Много времени, но... Я чувствую кровь. Вот они. Ха, королева была права. Ты думаешь, мы тебя не найдем? Мы же ранили твоего оборотня, и он оставил кровь прямо дотсюда. Знаете что? Хорошо, я согласен на все ваши условия. И можете съесть его. Он ты офигел! Все по плану. Он прямо там. А потом я хочу стать твоим рабом. Ты офигел их два? Но это уже тогда другой разговор. Да. Он не может оттуда выбраться, поэтому идите и можете съесть его. Нет, 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 черт, ребята, простите, это ради вашего же блага! Ой, как же голова болит! Черт, да что с моими друзьями? Куда они все подевались? Они что, исчезли? Да хватит за мной бегать, откуда вообще тут Триса... Три собаки! Неужели эти собаки и есть мои друзья? Ведь когда я отнял у них силы, они стали теми, кем мы были изначально! Что же мне теперь делать? Что? Что это значит? Эй, вы куда? И что же, я остался совершенно один. Я не уверен, что это они. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, что произошло? Если вы будете правы, то мне придется их найти и снова сделать людьми. Но только после 40 000 лайков. А я пойду попытаюсь за ними проследить. Всем удачи, всем пока!